Пятая гимназия отмечает первый юбилей 10 лет. В учебном заведении решили собрать все гимназическое братство. Круглой дате приурочили немало интересных событий. Старт им дали в Театре оперы и балета. Дмитрий Ковалев продолжит тему. До начала торжественной церемонии остаются считанные минуты. Пока выпускники разучивают танцевальные па и выкладывают в социальные сети фотографии в роскошных нарядах, ученики начальных классов встречают почетных гостей. Корреспонденты гимназического ТВ получили эксклюзивные кадры. В этот раз героем их программы стал глава региона. Правда, на вопросы пришлось отвечать и юным ведущим. Артем, вы счастье представляете вообще? В этот день в театре царила особенная атмосфера. Сюда пригласили и первых гимназистов, и вчерашних выпускников. Десятилетие стало отличным поводом собраться на бал. За 10 лет проделана большая работа, говорит директор. Гимназия номер 5 уже не первый год занимает лидирующие места в рейтингах лучших по стране. Здесь внедрили десятки уникальных практик, на которые теперь опираются другие школы республики. Каждый папа, каждая мама хочет только одного в жизни, чтобы дети превзошли своих родителей. Показатели успеваемости учеников одни из лучших в республике. В прошлом году в гимназии побили и другой рекорд. Преподавателям удалось подготовить более 200 призеров олимпиад. Родители говорят, что здесь работают лучшие в своем деле. По сыну я все-таки вижу, что знания находят дорогу в умы детей. У нас очень гибкие уроки в плане того, что в 10-11 классе мы сами формируем себе свою индивидуальную образовательную программу. 10 лет – срок небольшой. Выпускники уверены, что и впредь гимназия номер 5 сохранит свой статус инновационной образовательной площадки. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.